Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на каналчике Таксикул. ФБР на связи, как вы видите. Я вещаю из города Харькова, коренной житель. Поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на каналчик в поддержку харьковчанина. Готовьте чаюху, ля-ля-кебаб, и мы стартуем. Ready, steady, go! Погнали! Кстати, ребят, кто не в курсе, то что там пишете мне, конечно, такие комментарии. Мы вчера с подписчиками смотрели, сколько стоит уголь в Харькове можно купить. 25 килограмм, это получается 2 ведра или полтора ведра мешок. 25 килограмм, уголь же он тяжелый. Я покупал как-то уголь. 400 гривен, это треть мешочка, пол мешочка, 400 гривен угля. Значит, 13,5 тысяч тонн. Тонны угля там нефиг видеть, ребят, если кто не в курсе. Туда-сюда ее нету. Я не знаю, тонной вообще протопишь месяц или нет, напишите в комментариях. В печке, да, котел это совсем другое дело. Он жрет нормально. Такие дела, ребят. Погнали угля набирать. Всем спасибо, кстати, ребятки, кто помогает от души. Дякую. Так, ребят, подготовил. Пепел вынесу. И сейчас угля наберем с вами, да? Уголь. Такой мешочек угля стоит 400 гривен. Далеко он не полный, как вы видите. Вот такой вот уголь. Представляете? Это же вообще обдираловка. Ну а что, ребят? Получается, у нас угля своего нету или как? Напишите в комментариях. Добывается в Украине вообще уголь? Если добывается, то где? И, наверное, из-за этого такая и цена на него. Ох. Давайте набираем-то, погнали, хату надо топить. Шел дождик. Вороны летают, каркают, слышите? Массово. И топится наша в огороде баня. Все чутенько, ребят. Красота. Дождь все усиливается и усиливается. А я только что думал полезть на крышу, подмазать, несмотря ни на что. Еще. Оно подмажешь. Ребятки, три мешочка угля 1200 гривен. В мешочке два ведра. Там осталось, ну вообще, там пол ведра даже не будет в одном мешке. Вот вам, пожалуйста, будьте так любезны. 1200 гривен. Вот это вот перед вами 400 гривен. Натопишь? Топишь дофига хату. Что вот этих два ведра? Ну вот мы проверим, ребята. 400 гривен. Насколько конкретно хватает? Мы возьмем и проверим. И 1200 гривен, насколько конкретно хватает. Напишите потом в комментариях, сколько дней я протопил. Да это же еще дрова. Как правильно вчера писала подписчица. Она писала с Донецка там. Говорит, тоже углем топят хату там все время, как выписывает уголь всю жизнь. Этот самый, что я хотел сказать. Что нужны дрова, без дров ты не протопишь просто углем. Это правильно, да. Растапливается дровами, а потом уже бросается туда, собственно говоря, уголь. Так, ребятки мои хорошие, сегодня в Харькове утро началось со взрывов. Очень был масштабный, сильный, громкий взрыв. Просто максимально сильнейший. И пострадал человек, его забрали на скорой помощи, это заправщик. Взорвалась одна из колонок на бензозаправке. Фоточку вам тут вставлю. Последствия, как бы, ну там вообще жесть, конечно. Вот такая ситуация. Плюсом ко всему, сегодня переменчивая ветряная такая погода. Где-то дождя нет, вот капает. Потом как ливень начнется. Притом в одном районе он есть, в другом нету. Вставочку вам сделаю, что на рынке творится. Там просто нереальная ситуация. Кто рынок угадал, пишите в комментариях, какой рынок. И какая погода в парке, посмотрите. Там вообще радуга. То есть погода сегодня максимально интересная. Вот такие новости, ребят. Как говорится. Заправка, конечно, заправщик, бедный, конечно, человек, что пострадал, взорвалось. Это жалко, конечно. Тоже, кстати, про заправки сейчас цены какие на газ поднялись. Вы вообще видели, ребят? Уже газ доходит до 34 гривен. То есть за период небольшой. С 23 до 33 подорожал. Практически сколько там? На 40% получается, да, ребят, подорожал газ. Почти половину уже. Уже и на газу особо и невыгодно ездить скоро будет. Такие дела. Ну что, мои хорошие, хату растопили, угля
хату принесли, и теперь настало время, уже, а время идет неумолимо. Там полазил, дров чуть-чуть подпилил, там чуть-чуть это самое пособирал, и там дождь пошел, надо что-то убрать, что-то занести, что-то принести, и время бежит. Надо покормить наших рыбок. Вот с утра я их не покормил, ну, в принципе, сейчас покормим. Они у меня не голодают никогда, я бывает по три и больше раз в день кормлю. И сейчас вот это сразу уберу вот эти какашата у наших мальков. Мне пишет, ребят, да ты не жалуйся, есть люди еще хуже живут. Ребята, я вам не жалуюсь, если, ну, умные люди-то понимают, а протырки-то нет. Я вам не жалуюсь, ребят. Я вам просто показываю. Показываю и рассказываю, как оно есть, без прикрас, без розовых очков, то, чего не делают другие. Все рассказывают, как хорошо, супер, везде, кайфуем, красную икру едим ложками, там, я не знаю, поросят копченых по 3 штуки, там, осетрину. А я вот, вот это ковыряние в говне, так скажем, в этом. Дрова, уголь. Жрать нехер, то все, там дешевле купил, что-то там металл сдал, там 5-10, выживальщик на максималках. Жизнь как она есть. Вот Живелина тоже прибилась, выживает как может. Мышей сорок ловит. Вот такие дела, ребят. Чтобы у вас был эффект присутствия, чтобы вы понимали, что происходит на самом деле. А не так включил видео ля-ля-ля-ля. 3 минуты рассказал, стоя у красивой стены какой-то там, да, ребят? Единственные обои, поклеенные в комнате. И все. И все прекрасно, все шикарно. Рубашку одел красивую сверху, а сам стоит без трусов, потому что драные выкинул только что. Так, ребят, давайте уберем какашатки здесь. Ведро я наготовил. Погнали. Так, ну что, ребят, трошки убрал я какашат. Вот они у нас здесь. Надеюсь, мальки... Мальки там не попались, да? Ну, смотрите, пишите там в комментариях. Словил я мальков, не вылью я их. Вроде не должен. Вот это, видите, в принципе, столько корма, вот они переработали. Съели и выкакали, да? За все это время. Вот эти вот малыши. Едят они очень хорошо. И очень много. Только что, ребят, погуглил. Надо им температуру анцитрусам нашим. Ну, в угле руки сажи. От 22 до 26 градусов. У нас, в принципе, нормальная, 24 градуса. Обогреватель этот справляется отлично. Концитрусом долил водички, ребят. Все вообще по красоте, чётенько. Сейчас будем кормить всех их, наших бандюков. Вода на 2 градуса подросла, но ничего. Я тепленькое наливал, чтобы потеплее было. И сразу как забегали, малышня, забегали. Водичка потеплела, 26 градусов стало, посвежело. И они посвежели как-то. Красавчики малые. Все, будем сейчас кормить всю банду. Стали, покажи, что ты ешь, кроме завтрака. Показываю. Завтрак олигарха, вернее обед олигарха, перекус таксиста чек. Своя линия. Вот такая мивинка. Будьте так любезны, по акции ВТБ. Вкуснятина и смокота. Топтанул, чайку попил и кайфурики. Уже я ему увеличиваю, даю 4 таблетки. 2 красненькие и 2 зелененькие. Сейчас поломаю и даем малькам. Так, даем наш кормик. Все, чутенько. Рыбки покормлены, анцитрусы. Сейчас меченосцев кормим. Так, кормим наших меченосцев. Хорошо покушает и малючка. Порядочек. Все чётенько. Подрастает тоже малыча тут наша, да? Потихонечку. Вот такие, в общем, ребятушки, делишки. Держимся потихоньку, помаленьку. Ну, а кто хочет помочь, карточки, приват, монобанк мои в закрепленном комментарии под видео. Всем огромное спасибо. Буду благодарен на какой-то мешок угля, либо же на корм животным. Спасибо всем, ребят, кто помогает. Надеюсь, вы живы, здоровы, все с вами хорошо. Ребятушки, всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой.
Пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, залетайте по ссылке в описании, мы с Багирой вас страхуем по промокоду TAXICOOL21 вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко, до новых встреч.